саду ездил? Пойми, сынок, мы мир в Москве покупали. Пращуры наши, Александр Невский, Иван Калита, даже Симеон Гордый, все в Орду ездили, чтобы Русь крепла и строилась спокойно. Не вечен ерем постылый, близок день. Смотри, солнце. Дмитрий Московский, данник твой, разбил полки твои на реке Воже. Мурзабегич погиб. Собаки молчат, словно покорились, а не досмотришь, горло перегрызут. Разбить их собачьи головы! Митька, будешь ты у меня сидеть в колодке на базаре. Эй, вы, пожиратели падали, ночные убийцы! Всех вас зову с собой на Москву! Всех! Не живем, а дел мирских не чураемся. А не боишься в лесу? А что с меня взять-то? Яко навык, яко благо. Трудами нашими распря между князьями утихла. Как звать-то? Брата Ослябя, а меня Пересвет. Не Ослябя и Пересвет, а Родион и Александр. Великую рать собрал Мамай. Уже к Дону подходит. Благослови на бой. Отче. Вот твоя сила, княже. Сим победивший.
Спасибо, отче. Укрепил ты дух мой. Гости наши приближаются. Нам с ними пить общую чашу. Ее мы сами возжелали. Припоясавшись мечом, пошли мы пострадать за всю землю русскую. Тем, кто поляжет на поле брани, плетутся венцы мученические. О, крепкая и твердая дерзость мужества! Да незабвенно будет сие в памяти внуков и правнуков наших. Ваня! Вот поле Куликова. Тише! Хочу, княже, в ночь сию землю послушать. Слышал я, плачет земля надвое, то, как старая мать над детьми басурманским языком приговаривает, то, как девица русская плачет, тонко так, словно свирель жалостливая. Ох, и велика будет цена победы. Только ты никому о том не сказывай, княже. Здесь станет полк правого крыла с Андреем Полоцким. Место доброе. Станут басурмане по своему обыкновению с двух сторон нас окружать. Да через лес коней не погонят. Большой полк себе оставляю. Добро. Князей Белозерских ставлю на левом крыле. А ты, Боброк, с князем Владимиром позади них в засаде станешь. Ты воевода мудрый. Здесь всех нужнее будешь. Куда князь очами, туда мы с мечами. Ты с полком засадным жди. Может, долго придется ждать, а ты жди. Добро. Видишь что-нибудь? Заря. Хорошая примета, заря. Московский князь, Дон перешел с войском! Ай!
Собака! Собака! Человек. Кузнец я, из Рязани. Как звать-то? Егоров. Воевода!
Нельзя ждать больше! Нет. Подождем еще немного. Сия от сотворения мира в лето 6888 сентября в день 8. А по нашему летосчислению в 1380 году 8 сентября.